Общероссийский народный фронт проводит акцию «Много дарю компьютеры детям». И в рамках этой акции ваша семья попала как бы в поле нашего внимания. Вы являетесь теми людьми, кому действительно необходим, вы обратились. И поэтому мы вам привезли компьютер, чтобы ваши дети могли дистанционно заниматься и заниматься в школе. В семье Дроздовых из Ишеевки семеро детей. Есть и школьники, и дошкольники, и старший сын студент. Оргтехники на всех не хватает. Теперь, благодаря проекту Общероссийского народного фронта, проблем с написанием домашних заданий и курсовых у ребят не будет. Проект реализуют при поддержке региональных партнеров, профильных некоммерческих организаций. В нашем регионе это центры «Много мама» и «Семья». Его сотрудники помогли составить списки нуждающихся. Я увидела, значит, объявление от Ванды о том, что нужны такие семьи, где есть более, в семье воспитывается более 5 человек и 3 школьника. Я кинула клич в нашу группу. У нас есть группа в Вайбере многодетных семей. И там откликнулись те, кому нужны компьютеры. Я составила список, собрала с них данные, отправила. И дальше процесс пошел. К сожалению, не все многодетные семьи могут претендовать на компьютеры. Критерии четко прописаны в положении акции. Активисты Общероссийского народного фронта работают строго адресно. Данная семья попала в те семьи, которые нуждаются. Это дети, семьи, у которых более 5 детей. И обязательно 3 должны учиться в школе. В современных условиях, когда идет именно дистанционное обучение, данным семьям просто компьютеры необходимы. Таким условиям в регионе соответствует около 600 семей. В России таких более 60 тысяч. Найти столько компьютеров единовременно сложно, пока ОНФ раздает первые 40. Однако активисты надеются, что к работе подключатся те, кто в силах помочь. Компьютеры подготовлены для учебы. Каждый из компьютеров прошел проверку. Нам очень помогла в этом наша соцзащита, потому что все компьютеры были осмотрены техническими специалистами. На них была установлена операционная система Windows 7 и установлена программа, необходимая для учебы. В рамках проекта принимается новое или бывшее употребление, но в рабочем состоянии компьютерная техника. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны в любом количестве. Все переданные оператору проекта устройства будут проверены на работоспособность, продезинфицированы и отправлены в многодетные семьи по всей России. Павел Половов, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.